Как и обещал, на 8 марта поздравляю наших милых дам с такими прекрасными огурчиками от Герольда. Василий Иванович, спасибо тебе и твоей компании. Также поздравляю твоих всех милых дам, твоих тружениц, работниц, так сказать, тыла нашего. Такие прекрасные огурцы. Также поздравляю всех дам с этим прекраснейшим праздником весны. А теперь по работе. Значит, как и обещал, у нас выросли герольды, 2 штучки на салат. Большие. Сейчас мы их сорвем и сделаем сегодня салатик. За ним следом идут, как видим, догоняют есть. Это элита. Здесь еще у нас биотехника. Но первым оказался, как говорится, семена-партнер, гибрид. Сейчас мы делаем перевалку, вот такие перчики у нас шикарные. Смотрите, история. 24-го замочил семечки. 26-го пересадил стаканчик. 12-го числа, получается, пересадил вот сюда. А сегодня у нас, получается, 8 марта. Итого, получается, 28.